Добрый день, я приветствую наших постоянных членов клуба. Сегодня снова у нас политон. Представлю наших экспертов. Наш политолог Димаш Альжанов, политик Мухтар Абдязов, общественный деятель Альнур Ильяш. Тема, ну, о чем мы можем говорить, приглашая таких экспертов? В первую очередь, конечно, об оппозиции. Они имеют прямое отношение к оппозиции казахстанской, вот поэтому я хочу поговорить о месте, роли и возможностях оппонентов власти в Казахстане. На мой сугубо субъективный взгляд, конфигурация политического поля в Казахстане после замены президента Назарбаева Токаева изменилась. Вы можете с этим поспорить, я вам дам время. Ранее относительно консолидированная власть раскололась на тех, кто поддерживает Токаева, и тех, кто хотел бы иметь на его месте другого человека. На демократии, правда, никак не сказалось, но начались центробежные процессы внутри самой власти. И итогом этого противостояния внутри правящей элиты стали события января 2022 года. То есть была попытка, на мой взгляд, добиться отставки Токаева с использованием недовольства масс общей социально-экономической ситуации. Попытка известна, как нам провалилась, но люди-то остались. Отсюда вопрос. На ваш взгляд, как это отразилось на тактике и стратегии тех, кто традиционно позиционирует все оппоненты власти и оппонентов? Что поменялось? Появились ли новые возможности и перспективы, или наоборот, ситуация осложнилась? Начнем с этого такого общего вопроса. Пожалуйста, кто начнет первый? Ну, давайте я начну. Ну, во-первых, сразу скажу, что с этим тезисом, что некий был конфликт между Назарбаевым и Токаевым, я не соглашусь. И признаков достаточно. Вот Тимур Кулебаев внутри страны также за год своих состоров. Дариға Назарбаева в стране. Все то же самое происходит. Закручивание гаек. Назарбаев сидит в аккорде. Все бюсты, памятники за спиной, плакаты Назарбаева у государственных чиновников. Поэтому этот тезис, я с ним не согласен. И более того, я скажу, что курс Назарбаева продолжается, закручивание гаек идет. И в одних своих ранних выступлениях я говорил, что проект положительный, что власть Равина Токаев, Карим Масимов, Дариға Назарбаева был разработан еще в 2006 году, часть из него как система отпала. И там же я говорил, что в случае, если Токаев придет к власти, постепенно будет движение в сторону России. Собственно, сейчас это и происходит. Ну и плюс военные события, которые произошли с Украиной, говорят, что Казахстан встраивается уже активно внутри России. И если Беларусь это оформилось как союзное государство, то Казахстан пока в таком виде, потому что это удобно для Путина, для обхода санкций. Поэтому ничего не поменялось. Возможности для сопротивления, скажем, становятся все меньше и меньше. И можно посмотреть на политическое поле. Все подавляется. Партия «Алга» подавала 15 раз на регистрацию. Значит, этого не происходит. Их лидера посадили в тюрьму. Поэтому все тренды, какие были при Назарбаеве, они те же самые. Просто международная обстановка усилилась и продолжается то же самое. Я понял. То есть ситуация осложнилась, по-вашему. Хорошо, понятно. Пожалуйста, Альнур, может быть, вам дадим слово. Давайте, отвечайте тоже на этот вопрос. Ну, если смотреть на то, что мы получили по результату, это подтверждение уже прежних наших прогнозов, о том, что потенциал к маргинальному бунту, он был достаточно высок уже с начала 2010-х годов. Там, и вот, в принципе, то, что реализовалось в 2022 году, это, на мой взгляд, абсолютно закономерно. Я соглашусь относительно того, что никакого там некого госпереворота, там попытки сместить Токаева не было. Это абсолютно изначально стихийное выражение недовольства масс, и которое, вот, к сожалению, было потом кем-то тоже по-своему использовано, попытки поменять там расстановку сил во власти, и, к сожалению, это обернулось кровью. Ну, для себя мы соответствующие выводы приняли, потому что, признаюсь, мы абсолютно не были готовы к этому сценарию, поэтому, по сути, никак не могли повлиять на то, что происходило в тот период на улицах.
как-то пытались все это в мирном русле сдержать. Первую ночь с 4 на 5, по крайней мере, по Алматы я говорю. А в последующем, ну, уже все это. Вот, то, что мы видели, это результат того, что разобщенности в рядах, ну, так скажем, да, оппонирующих властям сил. И мы, к сожалению, вот вынуждены теперь сейчас уже постфактум пытаться какие-то меры предпринять. Но в то же время, признаюсь, риск повторения Кантара, он еще больше увеличился. Я думаю, что он с каждым разом после, вот, начиная с 2024 года, будет усиливаться. В этой связи, ну, по крайней мере, мы свою определенную работу по подготовке к необходимости потом перехватить инициативу, обеспечить порядок, будем эту работу вести. Альнур, а все-таки вопрос стоял, появились ли новые возможности, дошло после Кантара, или наоборот ситуация усложнилась, как считает Аблязов? Ну, как, в принципе, в любой ситуации кризис – это как и возможность, так и риски. Мы просто риски берем в учет, а возможности мы продолжаем работать, взаимодействовать с другими группами, по крайней мере, просвещать граждан, чтобы до них донести, что повторение насильственного выхода, там, нарушение общественного порядка, это на руку, в первую очередь, власть хотят произвести изменения в структуре хорошо. Власти. Хорошо, понятно, но совсем, в общем-то, я не получил ответа, скорее всего, вопрос. Димаш, пожалуйста. Ну да, ну, не втягиваясь в дискуссию о том, что именно было, скажем так, что базовые элементы системы не изменились. Да? Режим остался авторитарный, режим остался, власть осталась в руках преемника Назарбаева. Несмотря на то, что он потерял, сильно его легитимность была подорвана, как в общественном сознании, так и внутри, да, то есть вокруг элит, поскольку нельзя было стабилизировать ситуацию с ним, с его окружением. То есть вот эта рекалибровка режима произошла, но его основные, то, что называется, столпы, на которых он держится, они не изменились. То есть, да, это базовые элементы. Это подкуп, кооптация, репрессии, это контроль за политическим и гражданским пространством. В этом отношении, приняв риски на себя и подавив насильственно протесты, следующий год они немножко изменили свой подход. Это такая некая ползучая репрессия, да, когда вы исчерпали свой лимит на насилие и создаете дополнительные барьеры для того, чтобы предотвратить общественную мобилизацию. Вот о возможностях, о которых вы говорите, Сергей. Принимаются новые законопроекты, законы, которые будут усложнять деятельность блогеров, людей, которые влияют на общественное мнение. Принимаются законопроекты, которые усложняют ну, деятельность СМИ в том числе, и мы видим, что новые барьеры выстраиваются. То есть, получив опыт спонтанной мобилизации и дезорганизации внутренних институтов, таких как полиция, КНБ и так далее, они сейчас пытаются этот опыт перевести в новые барьеры, законодательные и иные административные, для того, чтобы не допустить в следующий раз повторение этих событий. И вот ползучая репрессия, о которой мы говорим, она вот проявляется в деле Думана журналиста, в деле активистов ОЯН, да, когда отдельные там, пикеты или другие акции, они все же находят ответ со стороны режима, и людей нагружают административной или иной финансовыми санкциями, которые снижают их активность. И вот это идет так точечно по отдельным лицам, которые участвуют в этой перманентной мобилизации. Что в этом отношении мы можем сделать? Я думаю, мы сейчас... Димаш, я извиняюсь. То есть ситуация, вы согласны с обязанным, что она осложнилась? Осложняется, вернее. Да, она будет осложняться. Ответ она будет осложняться. Естественное стремление режима. У него есть стремление сохранить власть. Все ясно. Поэтому любые методы будут хорошо приниматься. Хорошо, спасибо. Теперь перейдем к тактике и стратегии. Для этого мы чуть в прошлое заглянем. Я знаю, что вы, я в данном случае говорю сейчас, да, в принципе, я думаю, что это относится ко всем трем. Хотя нет. Альнур, наверное, несколько в стороне. Я знаю, что вы на протяжении последних лет придерживались позиции активного бойкота выборов. Как инструмента, как вообще того, что предлагает власть народу. Считаю, что участие выборов работает на легитимизацию власти. Мол, в условиях аффилированного
аффилированности избиркомов, неважно, как люди проголосуют, в любом случае посчитают в пользу власти. Ну, это понятно. Тем более, что независимых наблюдателей это, в принципе, не так много, чтобы они могли обеспечить контроль за голосованием почетом. Хорошо. Здесь логика понятна. Я думаю, здесь споров не может возникнуть. Власти исключили в этом случае возможность прихода во власть новых людей через выборы. И поэтому остается один единственный путь из этой вот логической цепи, что граждане должны выразить свой протест через гражданский институт и гражданское неповиновение, то есть механизм, так скажем. Да? Ну, вот здесь, ну, так делают во всем цивилизованном мире, чего греха таить. Мы же прекрасно видим, что во всех странах, где власти создают барьеры, это происходит, и в итоге власти меняются. Хорошо, с этим тоже понятно. Ну, у меня вопрос к вам. Вот не пошли казахстанцы, недовольные властью, на выборы. Предположим, что они послушали оппозицию и остались дома. Сидят они дома, матерятся, ругают власть. А дальше что? Что в этой ситуации нужно сделать еще? Каким должен быть следующий шаг вот по этой стратегии? Дальше-то что? Что нужно сделать, чтобы люди вышли на улицу и сказали этой власти свой нет? У вас есть ответ с этого начать? Пожалуйста. Я вот, честно говоря, не очень понял ваш вопрос, потому что вы как бы как аксиомы выдали, что мы все стоим на одной позиции, нет. Что всегда нужны бойкотировать выборы. Я понимаю, что выборы. Я знаю, что вы и Димаш эту позицию придерживались. Этой позиции. Нет, давайте я начну, чтобы, раз вы меня упомянули, и поясню. Хорошо. Смотрите, бойкот – это не потому, что вы на нем стоите или вам нравится, это просто отдельное решение к отдельной ситуации. Если вы говорите о массовом участии избирателей, к этому процессу, к выборам, я имею в виду, надо подходить немного заранее, да? Создать определенную информационную волну, объяснить, создать структуру, организации, ячейки, как хотите, назовите, для того, чтобы у вас была структура, инфраструктура для мобилизации общества. Ваша позиция и многих людей, которых я называю политическими предпринимателями, полностью игнорируют весь процесс до дня голосования или до объявления выборов, начинают в них участвовать, не имея никакой перспективы, не имея никаких возможностей, никакой подготовки, ни накопления каких-либо ресурсов, и просто играют в лотерею. И вот в этот момент вы начинаете считать, что же будет хуже для режима. Какой урон вы ему можете нанести? Видимый участием и проигрышем, или же суммой, конечной суммой, которая будет восприниматься в общественном сознании как нечестные выборы, которые не принимаются. И вот бойкот или активный протест этих выборов исходил из этого. Вот сейчас, к примеру, переизбрался парламент, переизбрался Токаев, и есть определенный горизонт планирования. Вот если снова ничего не планировать, не пытаться координировать действия и не формировать политическую повестку под предстоящие там 3, 4, 5 лет, то снова получится ситуация, когда полностью инициатива в руках Ақорды, и она контролирует весь этот процесс от начала до конца, да, с определенной там суммой рисков, когда может случайно навалить много избирателей на отдельные участки. Да. Но это купировалось раньше в пропорциональной системе. Сейчас смешанная, но тем не менее она все равно не позволяет контролировать количество избирателей в округе и сумму конечных голосов. Здесь технически тоже к этому моменту надо подходить. Вот все эта стратегия, она должна расписываться, она должна обсуждаться, но этого нет. И, возможно, это как бы проблема незрелости нашего общества, то, что мы не можем вывести эту дискуссию и четко распределить роли или понять, как мы можем из этого что-то получить. Поэтому бойкот, он был ситуативный. А не сколько мы, я лично приверженец этой стратегии. Во-вторых, если мы хотим уметь организовывать митинги, протесты, то надо вкладывать в организации. Они могут быть разные, политические, гражданские, экологические, иные, другие. Но вы должны уметь создавать структуру, которая может в определенный час выводить определенное количество людей. Более того, вы должны этой структуре придумать
какую-то деятельность рутинную, да, финансирование хорошее, потому что без финансирования и без рутинной деятельности люди разбегутся, начнут между собой ссориться. Она и так будет, организация, подвергаться максимальной инфильтрации и созданием прочих барьеров. И вот все это по методичке надо выстраивать. По методичке, да? Понятно. Хорошо. Мухтар, давайте вы. Понятно, о чем вопрос. Повторить не надо? Я на самом деле абсолютно полностью согласен с тем, что сказал Димаш. Здесь единственный есть нюанс, что Димаш очень грамотно, я вот комплимент ему скажу, грамотно все излагает, очень стройно, очень четко. Но есть единственный недостаток, что очень много людей такую стройную, красивую речь не понимает. Поэтому я могу только ее упростить на примере того, что я делаю. А так все безупречно сказано. Что я хочу сказать? Что на ситуативно идти на выборы просто бойкот не имеет никакого смысла, потому что это носит действительно случайный характер, и власть просто всегда выигрывает, всегда, потому что у нее в руках административный ресурс и все прочее. Каждый бойкот нужно продумывать. То есть, вот, как вы, наверное, знаете, я с 17 года вот вступил снова на эту тропу. И мы в 2019 году, именно сегодня, 19 июня, объявляли активный бойкот. И к этому шла определенная работа. Мы набирали сторонников, создавали группы, создавали чаты, разворачивали людей и цель ставили отменить выборы и добиться ухода власти. Вот таким образом, если бойкот, то он должен быть активный и действительно подготовительный, действительно нужны ресурсы. К сожалению, у меня нет ресурсов сейчас, но тот путь, который говорит Димаш, он абсолютно правильный. И сейчас мы не мыслим контур, я говорю, как мы организация 3-5 лет, мы мыслим контурах текущего года. Что это значит? Это значит, мы должны тот протест, а он есть, он гигантский, он подавленный, в рамках существующей системы авторитарной, он всегда давится. И поэтому протест, он под ковром двигается, ищет щель, в какой-то момент взорвется. И мы должны суметь этот протест направить в правильное русло, чтобы не было беспорядков, чтобы четко знали цели и задачи, какие программы мы реализуем, кто будущие лидеры, какое временное правительство, какие выборы, какое государство мы хотим в будущем построить. Вот когда все это массово дойдет до сознания людей, плюс мы будем иметь инфраструктуру, а я пропагандирую создание неких ячеек. Мы их сейчас создали 309, а нужно 4000. Все это вкупе даст нормальный организованный протест и смену режима. Осознанное, без беспорядков, нормальное государство, куда мы строим, стремимся, демократическое государство. Вот о чем говорит Димаш. Это не ситуативный бойкот, это организованный бойкот. И под это действительно нужна инфраструктура. Вот я согласен абсолютно. Альнур, давайте мы выскажемся, а потом обсудим этот вопрос. Альнур, пускай расскажет свою версию ответа на этот вопрос. Ну, учитывая то, что вы выделили меня вот из этого числа, что мы действительно ранее и до сих пор продолжаем работу в контексте того, чтобы помимо наблюдения еще фиксировать конкретными кейсами правовыми по тем выявленным нарушениям в ходе проведенных выборов, потому что придерживаемся позиции того, что постоянно нужно нарабатывать так называемую игровую практику или там боевой опыт, чтобы в последующем можно было спокойно организовать соответствующий процесс. И люди понимали, чего от них хотят, когда, где, в каком месте. И в этом отношении, если аналогию даже проводить вот такую, с текущими событиями в Украине, вот то, что сегодня они достаточно стойко дают отпор и даже претендуют на серьезную стратегическую победу в отношении агрессивной армии, да, со стороны Российской Федерации, которая считается там вторая в мире. Это все результат вот этих 8 лет боевой подготовки, неустанной в окопах. И считаю, что мы, в принципе, вот, готовы при наблюдении, подготавливаем для участия соответствующие команды, обучаем непосредственно на практике конкретных граждан, да, и потенциальных кандидатов. Занятия тех или иных... Альнур, а на какой результат рассчитана такая деятельность, Альнур?
Ну, это вопрос результата, это как раз когда придет тот момент, когда реально начнутся выборы, и власть вынуждена будет идти на то, чтобы обеспечить их справедливость. Ну, конечно, это тоже для этого усилия определенные надо будет приложить, но чтобы люди были готовы и спокойно потом, пройдя соответствующие процедуры, заняли свои места и в последующем вели работу в конкретных республиканском, то, что на региональном уровне. Понятно. Хорошо. Господа, вот вы сейчас мне отвечали, но, в общем-то, не на мой вопрос. Я не о бойкоте говорил, а о том, что бойкот – это нормальное дело. Понимаете? Вы очень правы, когда говорите, что нужно подготовиться, все систематизировать, обеспечить информационную поддержку. То есть все это я подписываюсь. У меня вопрос в другом. А за бойкотом что? Вот провели бойкот. Люди не ходили на избирательные участки. А дальше? Как они, вот, не участвуют в выборах, как вы их вытащите? Я извиняюсь. Обратите, я сейчас закончу. Это деятельность ГВК господина Абрязова, который пытался... Мы говорим о другом, а вы говорите о другом. Вы говорите о бойкоте пассивном сидеть дома. Мы с Димашем говорили о другом бойкоте, об активном. Я тоже об активном. Мухтар, я тоже об активном. Каким образом его сделать активным? Как этих людей, сидящих, как их оторвать от дивана? Вы 7 лет пытаетесь это сделать. Не получается. Может быть, методика какая-то другая должна быть. Вопрос об этом. Каким образом нужно оторвать? Пожалуйста, Альжанов. Вы не так слышали, видимо. Смотрите, там, по сути, методика мобилизации людей, она может быть разная. Она применяется к бойкоту, к другим действиям, по поводу разных иных вопросов, возможно, социальных, не знаю, экономических. Там суть одна. Мобилизация не получится, когда у вас нет ресурсов, когда у вас нет организованной структуры. Это два базиса, на которых выстраивается все. Вы можете это делать там, в канун перед выборами. Вы можете это делать, выстраивать свой план в течение года, 5 лет. Неважно. Здесь важно то, чтобы у вас были достаточно в этой и сорганизовать эту команду и наделить ее определенной там программой, которую бы они постоянно нарабатывали. Вот эти связи рутинизации деятельности, вот эти связи выстраиваются годами. Их невозможно выстроить один раз, да, там создать за месяц организацию и вывести людей. Так оно не работает. Надо 5-6-10 лет, чтобы это более-менее стабильно работало. Вот это, об этом принципе я говорю. Бойкот или активное участие, активное там, умное голосование – это лишь формы реализации, использования вот этого вашего ресурса, инфраструктуры для того, чтобы добиться тех или иных или получить политические дивиденды. Здесь, в Казахстане, есть определенные риски, да, для того, чтобы выстроить эту структуру. Вот пример ДВК тому служит, да, подают на регистрацию, не получают, потом получают по статус экстремистов. Хотя организация в 2001 году совершенно по-другому начиналась, и другие люди, но постепенно вот мы видим, как это происходит. Сейчас вот та же участь начинает настигать Мамая. Если там была достаточно безобидная акция по народному парламенту, и то 4 человека получили санкции за участие в незарегистрированной организации. Мы видим, что поле обложено, да, то, что мы называем политическое и гражданское поле, это вот совокупность всех этих законов, инструментов, практик и прочего. Надо вкладывать и в ту сферу, то есть постепенно. К сожалению, таких игроков мало, да, то есть, к примеру, там, Булат Абилов пытался там показать свои амбиции, но ничего не сделал, там, другие люди говорят о своих амбициях, но не вкладывают, они больше вкладывают в свой имидж и ждут ситуации, когда наступит там 2 января или какой-то еще раз кризис, и готовы просто, как бы, предлагать свой имидж, но не создают серьезную борьбу за власть, вот в этом-то и проблема это страны и общества, потому что учесть все риски, которые существуют в Казахстане, есть ряд путей обходить это. Но вот просто нет еще серьезных политических игроков, которые реально борются за власть. И вот на данный момент это две партии... Отталкиваюсь от ваших слов. Я хочу оттолкнуться от ваших слов, что нет таких политических игроков, нет ресурсов, нет, как вы сказали, организационных организаций, да, внутри страны, Блязову. Если их нету, то что делать?
С Димашем я согласен. Димаш. Не-не-не, я уже Мухтару это просто... Спасибо, Мухтару слово. Димаш здесь все правильно сказал. Вот единственное, вот под эту, скажем, классификацию, что нужно вкладываться 5, как демократические выборы, если я даже не буду в предыдущие годы, я ресурсы в газеты, в телевидении и так далее, я возьму только от 2017 года. От 2017 года все эти показатели есть. Мы создали новостной канал 16-12, инвестировали, создали различные чаты, начали строить организацию. Собственно, это и привело к тому, что в 2018 году власть нас объявила экстремистской. Мы работали за рубежом, в Европейском парламенте, международные подразделения, внутри страны. То есть вот под ту классификацию, которую озвучил Димаш, мы единственные подходим, к сожалению. Я не с гордостью говорю, к сожалению. А внутри страны невозможно построить такую организацию. Любой, кто возьмется за это дело внутри страны, подвергается репрессиям. Поэтому штаб мы вывели за пределы страны. И единственное, что у нас не хватает, сбивает, скажем, нашу возможность для того, чтобы вот была та самая рутина, о которой говорит Димаш, что мы должны наращивать нашу работу, должна быть ежедневная работа, чтобы не было, скажем, люди были заняты, готовили определенную, скажем, группу людей, которые могли бы возглавить процессы. На это действительно нужны ресурсы. Вот эта часть в полной мере нам не хватает. Если бы у меня сейчас были необходимые ресурсы, то вписывал бы полностью ту классификацию, о которой говорит Димаш. На данный момент мы делаем то самое, о котором говорит Димаш. У нас есть инфраструктура, YouTube, листы, мы наращиваем эту численность, и мы не ждем случайный фактор, мы его вырастили. Январь 2022 года, как вы знаете, вышли с лозунгом «Шалкет» и «Парламентская республика». Парламентскую республику только мы методично все эти годы озвучивали, озвучивали программы, пояснили, что такое парламентская республика, какие будут экономические показатели, мы это продолжаем делать и выращиваем эту ситуацию. Поэтому, когда говорите, что делать, делать то, что мы делаем, просто более усиленно. Но на это действительно не хватает ресурсов. И все, другого пути нет, не людей. Это единственный способ. Понятно, спасибо. Альнур, есть что сказать по этой теме? Ну, в принципе, соглашусь с обоими спикерами, то, что у нас уже так выстроена репрессивная система. Для удержания власти любой зачаток организации, демонстрирующий потенциал в последующем прийти к власти, тем более из оппонирующей среды, он обречен на признание экстремистской организации. В принципе, мы отчасти даже по этой причине некую такую стратегию выживания для себя выбрали. Мы ни в какие группы не собираемся, ну, просто общаемся как друзья, обмениваемся мнениями, все, и какие-то ситуативные вынуждены там альянсы, блоки создавать на конкретные предвыборные там электоральные кампании. Все, потому что если мы начнем создавать нечто подобное, там, допустим, ДВК, Куще Партис или Алка Казахстан, то мы действительно можем потом так же, как в указанной организации, получить в заключение госпожи Акбаровой, такой небезызвестной какой-то экспертки, о том, что эта деятельность является экстремистской там, и так далее, и, соответственно, потом по 405 статье бегать и пытаться защитить себя и своих соратников. В этом контексте мы делаем это без формирования каких-то конкретных организаций и структур соответствующих. В целом, вот ваши ответы это достаточно пессимистическую картину рисуют. Если нет ресурсов, говорит Аблязов, ведь это Аблязов, у которого нет, были ресурсы. Ресурсы есть, недостаточно ресурсов. Это разные вещи. А, ну, то есть, все-таки работа идет, но ее не того, чтобы был результат. Так я понял, да? Хорошо. Вот... Ну, чтобы быстро был результат. Да. Сергей Владимирович, я могу вот добавить, да, если вот качество такого некого позитива, это то, что все-таки... Так или иначе, люди на личной мотивации внутренней, они какую-то работу ведут. Вот все активисты, которые двигаются, которые подвергаются арестам, штрафам и так далее, там, пытаются так или иначе, не имея, да, конкретной поддержки финансовой и прочее, чисто на своих морально-волевых, по большей части, двигаться, они продолжают эту работу вести, и даже в определенной степени вот,
такое обновление у нас произошло в составе, вот благодаря прошедшим выборам и допуску многих граждан к участию в качестве кандидатов. И после того, как они увидели эти фальсификации, многие до сих пор сейчас продолжают эту работу и, в принципе, можно сказать, на этой волне пытаются что-то продолжить развить там. У нас обновление определенное произошло здесь, в Казахстане, непосредственно. Понятно, в Алматы, хорошо. В частности. Я бы хотел добавить, господа. Давайте дискуссии добавим. Смотрите, пожалуйста. Здесь важно еще выигрывать борьбу нарративов. Вот сейчас что делает Акорда, да? То есть она говорит, смотрите, прямых репрессий нет. Вы при Назарбаеве до 19 года боялись что-то говорить, а сейчас мы вот какую-то такую определенный вакуум, да, нишу создали, где вы можете там критиковать, вот у вас появились новые каналы, и формируют нарратив о том, что да, не быстро, изменения есть. И вот выборы, прошедшие с одномандатниками, вот это как раз-таки тот сценарий, вот, или тот нарратив, который они слепили, и который пополняется отдельными активистами, и вот формирует картину надежды, да, что вот есть эти изменения. Вот эти нарративы тоже надо уметь раскалывать и бороться на этом информационном поле. Смотрите, да, кандидаты участвовали, да, есть нарушения, но есть ли требования снять с Токаева полномочия по формированию ЦИК, если требования изменить избирательную систему, расширить состав парламента, уполномочить парламент, сделать общественные избирательные комиссии, да, по принципу, когда через лот формируется состав, и невозможно подговорить или создать. Даже если это будет сделано, все равно минимум 40% комиссии, они будут состоять из разных людей. Все эти вещи мы прописывали. Но вот определенные игроки, политические предприниматели, они вот не выходят за рамки этого. То есть создать недовольство, но идущий позитивный процесс, вот это вот цель. А вывести это недовольство в ранг серьезных институциональных изменений туда не идет, потому что стоят барьеры. Я не знаю, вот у Альнура надо спросить, это умышленно, неумышленно, потому что сами по себе нарушения – это хорошо, но если нарушения не приводят к серьезным институциональным изменениям или требованиям, то вот здесь вот возникает вопрос. Второй момент. Сама мобилизация общества – это позитивный шаг. То есть мы должны снова бороться с этим искривлением, так скажем, когда нам говорят, что вот это дестабилизация и так далее. Политические партии – это хорошо. Чем больше партий будет создаваться, тем лучше. Чем больше люди вовлекаются в общественно-политическую жизнь, используя мирные методы, тем лучше. И вот в этом отношении также надо снабдить эту мобилизацию четкой картиной, или, по крайней мере, попытаться договориться по основным, да, как и что двигать. Вот первоначально, если там нужны, то надо требовать в один голос. Если нужно послабление, что надо требовать в один голос. А не забивать это просто критикой, которая ни к чему не ведет, приправляя ее отдельными позитивными какими-то элементами. Это... Понятно. Понятно, хорошо. Давайте теперь еще одна тема. Посмотрим на события января 2022 года через призму участия в них сторонников оппозиции. То есть там же были не только сторонники оппозиции, но еще большинство было как бы свежих людей, влились, может быть, впервые. Почему, вот я хочу, этот вопрос в первую очередь, конечно, к Мухтару Аблязову будет адресовать, но я думаю, мы выскажутся все. Почему видели руку ДВК в этих событиях? Казалось бы, что в стране происходит именно вот то, о чем, Мухтар, вы говорили в течение последних 6-7 лет. То есть вышли те самые 20 тысяч, о которых вы всегда говорили, и это, собственно, они захватили власть в Алма-Ате уже в тот момент. Но там не было слышно ни о ДВК, не об Аблязове, ни каких-то других оппозиционеров все это время на слуху в последние годы. Как это получилось? Казалось бы, вот именно они должны были возглавить этот процесс, а они потерялись в этой большой и непонятно кем ведомой толпе. Вот давайте вот об этом. Мухтар, я уже и в начале, в середине, правда, несколько раз озвучил, что мы должны работать над сознанием людей. И сознание, если над сознанием людей работает одна организация и часто примыкающие люди, неважно в каком статусе, они активисты, политологи и так далее, вот это все вкупе меняет сознание людей. До января 2022 года
не было таких выходов, массовых выходов, ну, разве что 9 июня 2019 года, ровно 4 года назад. Но это, опять же, была работа над сознанием людей и лозунги, что делать 2019 года. Так вот, еще раз хочу повторить. Январь 2022 года явился следствием этой работы. Другой вопрос, что именно ярко выраженных лидеров, которые, как вы говорите, должны были возглавить этот процесс, не было и не могло быть. Потому что ярко выраженные лидеры, для того, чтобы они стали лидерами в общественном сознании, должны проработать внутри страны, выходить, заявлять, иметь возможность свободно действовать в оппозиционном поле. А их сразу закрывают. Вот возьмите даже Марата Жаламбаева. Он просто был известный спортсмен, но был просто известный человек. Но его в итоге, когда он перешел на политическое поле, закрыли. Поэтому в авторитарных системах, вот на таких протестах, ярко выраженные лидеры не могут участвовать и возглавлять. И именно поэтому я говорю о создании массового количества ячеек и разных лидеров в рамках 5-10 человек. Вот таким образом. Поэтому протест январь 2022 года – это прямо заслуга тех людей, которые работали над сознанием этого большого количества людей. Это мы делали. Это не кто-либо, еще раз повторяю, это мы сделали, сверху донизу, вот в том числе здесь сидящие, когда я говорю «мы», это не я один. Это каждый делал свой вклад, менял сознание людей, и затем, как я говорил, протест бродит под ковром, когда появляется маленькая дырка, это все взрывается, и важно, куда взрывается этот протест. Протест шел в правильном направлении, Шалкет, парламентская республика, они не говорили «давайте грабить магазины» или кого-то там просто выгоним. Они четко структурировали свои политические требования, понимали, какая будет страна. И это мы, как политическая организация, двигали. Наши лидеры не могли быть там впереди, потому что ячеек было недостаточно, и сейчас недостаточно. Ярко выраженных лидеров не может быть, потому что их сажали и сажают в тюрьмы. И поэтому мы это закрываем только отдельными небольшими количествами группами лидеров, которые не являются публично известными и не будут публично. Спасибо, Мухтар, вы уже повторяете. Я понял, ответ принимается. Скажите, а вот просто такой интересный вопрос, у меня прямо сейчас возник. Вот в Никантара вы как лидер, раскрученный лидер, не рассматривали возможность появления в стране, что вы же всегда говорили об этом, что есть такая возможность, как только 20 тысяч выйдет, я появлюсь в Алмате. Ведь тогда бы за вами люди пошли, вы считаете, или нет? Это был шанс или нет? Еще раз, вы как бы вбрасываете то, что какие-то блогеры или сама власть вбрасывала. Я никогда не говорил, появлюсь. Никогда. Я четко говорил, временное правительство. И вот эту идею временного правительства озвучивали Бафтал. Четко лидеры, что должно быть временное правительство. Временное правительство начинает, я опубликовал, что мы должны делать, куда двигаться. Это было все до 4 января 2022 года. Это мы все опубликовали в августе, в сентябре 2020 года. И накануне выборов 2021 года. Все это было сделано заранее. Я не мог приехать, потому что в Францию у меня нет документов. Собственно, сам маршрут прилета в Казахстан, он непростой. И я понимаю прекрасно, только после того, как силами активистов, гражданского общества будет свален режим, только тогда я буду иметь возможность, только тогда. А не тогда, когда вот я должен был лететь куда? Аэропорты контролируют власть, пространство Россия, Путин, так же, как с Беларусью было, я очевидно, даже до того, как в Беларуси эти события происходили, самолет остановит, посадит и арестует, потому что мне заочно в России по просьбе Казахстана дали 15 лет. И я отрабатывал маршрут через Кыргызстан. Вел в свое время переговоры с президентом Атамбаевым. Его представители ко мне приезжали, и я планировал прилететь в Бишкек и оттуда на машине заехать в Алма-Ату. Вот мы так готовились, понимаете? Все эти вещи тщательно готовятся, правильно говорит Димаш. Насколько ничего не делается. Я в качестве примера все время говорю, дом строить нужно, думать, планировать и так далее. Свалить власть сложнее. Это длительный процесс, над которым нужно тщательно работать, а не насколько подлетел, поменял. Понимаете, это сознание людей меняется, поэтому люди в январе вышли именно по такой причине. Понимаете?
Вот у меня резанула фраза «свалить власть». Может быть, все-таки прийти к власти? Более такой позитивный. Власть, потому что все рассуждения, я не знаю, почему Димаш в таком ключе говорит Альнур, о том, что там какой-то ЦИК, какую-то цепочку поставить, там 40% или 50% представителей гражданского общества, все это ерунда. Эта власть ничего не даст сделать, это для всех очевидно. Что будет делать власть? Она будет все время принимать незаконные методы, судьи работают на режим, и поэтому, когда эта власть не дает никакой легитимной возможности бороться за власть, как вы говорите, прийти к власти, подделывает бюллетени, не регистрирует партии, репрессирует, неважно, точечно или не точечно, или жестко, как при Назарбаеве, или более мягко, якобы, при Токаеве, суть одна, этот режим, и поэтому у него единственная участь, его нужно валить. Все. Больше никаких вариантов нет. Спасибо. Спасибо. Маш, ваши? Уточнение сделаю. Смотрите, здесь важно не забывать, что на уровнях взаимодействовать. То есть, если вы выбираете уровень такого противостояния, ну, как бы это личный выбор, здесь вопросов нет. Но все равно общество надо постоянно информировать. У любого политического проекта, движения, партии должна быть четкая программа того, как они хотят идти. Потому что изменения, которые будут, возможно, мы не всегда на них можем влиять. Да? Вот, к примеру, как январь. Определенное окно возможностей появляется, и мы, если не знаем, как действуют у нас алгоритмы прописаны, какие лозунги подготовлены, какая отправная точка программы, с кем мы выстроили вот эту сеть взаимодействия с гражданским обществом. Вот это вот все важно, постоянно держать в неком движении и питать эти процессы. И вот в этом отношении программа должна быть. То есть, условно говоря, если что-то рассыпается, как вы это снова соберете и как заставите работать? Потому что определенный коллапс режима, он за собой несет некую цену, которую общество должно заплатить. Да? Вот помню, возьмем пример Кыргызстана. Что-то рассыпается, определенный период, скажем так, не то чтобы безвластия, а плохо управляемого процесса. Да? И вот здесь надо уметь собрать по частям, потому что чтобы не появился популист Жапаров, чтобы процесс не ушел в другую, российские войска не приехали и не поддержали действующего президента или так далее, и так далее. То есть масса вариантов, которых открывается. И, по крайней мере, какой-то расчет должен быть, как это все поставить в одну кучу и заставить работать. И второй момент. Общество должно понимать. Есть прецеденты, когда открывались каналы за пределами Казахстана оппозиционные. Вот сейчас это очень необходимо. Если есть какие-то политические силы, которые уговорят часть все-таки людей с деньгами открыть независимые каналы 1-2 за пределами страны и вещать более-менее систематически на общество, это будет плюсом, потому что в стране нет свободных медиа. А внутренние ресурсы за счет YouTube и социальных сетей не вытягивают этот процесс. То есть информирование, оно не идет широко. Нужен серьезный импульс. И вот это информирование тоже должно включать и объяснять людям, что и как, с чем связано. Потому что, когда мы были на площади в январе, да, определенные лозунги общие, которые сформировались со смены режима «Шалкет», сработал, но другие лозунги важные не сработали. Толпа очень легко была фрагментирована, и ее основания разбили. И потом уже на 5 число, полностью инфильтровав своих людей, повернули протест совершенно в другую сторону. Вот чтобы такого не допустить, само общество должно иметь высокую степень информированности, питаться им на протяжении какого-то времени. Сергей, можно реплику? Очень правильно сказал все Димаш по поводу взаимодействия, инфраструктуры, и общество должно заранее знать, что делать. Я хочу сказать, вот, например, на этой неделе и на прошлой, мы снова опубликовали программу действий, озвучиваю так, что возможно, события опять произойдут неожиданно, люди должны иметь, что называется, инструкцию. И мы ее опубликовали в социальных сетях, в YouTube, везде, и массивно распространяем. Поэтому то, что говорит Димаш, это уже делается и сделано. Другой вопрос, что действительно нужен канал, который
массированно, постоянно присутствует, контент хороший, но надежда, что люди какие-то с деньгами помогут, она бесполезна, потому что те люди, которые с деньгами, они давно встроены во власть, они с властью, деньги можно получить только от гражданского общества, по 5 долларов, по 10 долларов, разные пожертвования, и здесь вопрос сознания самого общества, готова она к этим переменам или нет. На данный момент, к сожалению, я не наблюдаю, что массы готовы по 2-3 тысячи тенге пожертвовать, и чтобы такая готова еще по обществу. Ждут, что кто-то за них... Спасибо. Альнур. Пожалуйста. Снова добавлю немного оптимизма, позитива возможного в эту дискуссию. Безусловно, все здесь присутствующие, каждый по-своему, и многие другие, которые не в этом чате, вообще в стране, в том числе за решеткой пребывают, они вносят свой вклад в изменения предстоящие, просвещают на всех уровнях, как могут, где могут, там, со своими ограниченными ресурсами, возможностями. Но эта работа идет. Я это знаю, вижу, в этом в определенной степени участвую. И я думаю, что надо просто продолжать эту работу. К сожалению, я не могу о своих планах говорить, потому что если их обозначить, то, соответственно, будут определенные контрмеры предприниматься. Против нас работает система, это не просто конкретные люди, которым за это платят деньги, в отличие от нас. И мы просто должны делать свою работу, делать свой вклад в предстоящие изменения. А так и Димаша я это внимательно слушаю по воскресеньям. Мухтар Кавулович. Вот я заметил закономерность такую, что некое идет сближение позиций. Радикально ранее воспринимаемый Аблязов, мне кажется, у него появились какие-то другие нотки и в словах, и в его постановке задач, которые стоят перед его движением. И Димаш тоже как бы... У меня начинал... позиция не поменялась. Не-не-не, я... Другой когда вопрос, я... тянул. Димаш, одну минуточку. Это не Димаш, а это Мухтар, да? Я извиняюсь, я не о позиции говорю, а о методах. То есть более понимание просматривается в отношении оппозиционных сил. Вы разные люди, но говорите об одном. Понимаете, как это интересно. И у вас созвучит интересно. Все больше и больше, я вижу. Я свою точку зрения расскажу. Да, Сергей, на самом деле моя позиция не изменилась. Вы наши эфиры с 18 года помните, наверное. Она последовательная. Вот это и пугает. Нет. Это и пугает тогда, если вы сейчас обрадовались, что якобы у меня позиция поменялась, а тут вас пугает. Позиция у нас не поменялась. Другой вопрос, что общество более радикализировалось. Я здесь с Альнуром в чем соглашусь. Количество людей, которые убеждают людей, меняют сознание, резко увеличилось. Если в 17 году, что называется, были единицы, сейчас их сотни, тысячи, они порождают тысячи активистов, они комментируют правильные, формируют месседжи, их стало очень много. И те тезисы, которые я озвучил в 2017-2018 году, они не изменились. Другой вопрос, что общество подтянулось, и у нас действительно идет сближение. Хорошо. Но не потому, что я сменил свою позицию. Я не об этом, конечно. Но это ваша версия. Я, например, судя по тому, сколько выходит на митинги, которые вы приглашаете, организуете... Ситуация обратная. Все меньше и меньше на них выходит. Ну ладно, это моя точка зрения, а это ваша. Я о другом. Спасибо. Время-то подошло к концу уже. Спасибо за то, что вы сегодня пришли в наш клуб и честно, откровенно высказали свою позицию по серьезной, на мой взгляд, теме, которая не всем нравится во власти и оппозиции, и то, что здесь говорилось. Поэтому я надеюсь, что мы не последний раз собираемся в нашем клубе, чтобы обсудить серьезные вопросы позиции в нашей стране. Всего хорошего. Спасибо. До свидания.